В этом видео хотел бы рассказать, как узнать, что стоит у вас переадресация на ваш номер телефона и за вами стоит прослушка. То есть расскажу, как узнать и как ее отключить. Значит, при наборе таких комбинаций, как звездочка, решетка, 21, решетка и вызов, мы сможем узнать, на какой номер стоит переадресация ваших всех звонков, то есть кто за вами может делать прослушку. Значит, видим, что успех запроса на настройку голос переадресация для всех вызовов выключен, то есть за мной, соответственно, никто не ведет никакую прослушку. Везде видим выключено, выключено, выключено. У вас же, если здесь стоит прослушечка, то здесь будет указан номер телефона. Вот где выключено, везде здесь будет какой-то стоять номер телефона. Так что будьте осторожны. Следующая комбинация клавиш нам позволит узнать, на какой же номер стоит переадресация этих всех звонков. Для этого нам необходимо набрать звездочка, решетка, 62, решетка и вызов. И здесь мы видим, что у меня также все отключено, то есть у меня не стоит. Успех запроса на настройку, пакетный доступ, переадресация, если не удается дозвониться, выключен. То есть если даже мой телефон отключен полностью, то ни на какой другой телефон не идет переадресация. Вот все, что вы видите, везде выключено. Ну и теперь самое главное, что вам необходимо обратить на это внимание. Сейчас я покажу набор комбинаций, которые вам позволят полностью отключить все вот эти вот прослушки, все наборы переадресации на другие номера. Все, что вам необходимо, это набрать решетка, решетка, 002, решетка и вызов. Как из такой интонации сказал. И стирание, успех запроса на настройку, голос переадресация, все вызовы. То есть, видите, у меня все отключено. И то есть я до этого видео также проверял, на мне нет переадресации. Хотя были некие сомнения, потому что там, к примеру, если ты где-то участвуешь в каких-то мероприятиях, то могут включить за тобой прослушечку. И для этого, чтобы убрать ее, вы вводите вот эти вот комбинации. Где-то себе запишите на листик, это все действительно работает. Ну и, друзья, последний набор комбинаций, это, наверное, для того, чтобы узнать свой идентификационный номер на мобильном телефоне. Это можно как и на iOS, и производить эти все вот проверочки, так и на Android. Все, что необходимо, это звездочка, решетка, 06, решетка и вы. Звездочка, решетка, 06, решетка. И вот мы видим идентификационный имейл вот этого вашего номера телефона. То есть, если вы где-то потеряете телефон свой, да, вы посмотрите, запишите, и вы сможете с легкостью узнать вот эти вот все данные. Без сомнения, эти все методы, которые я показал, они работают. И если вы не верите, вы можете сами проверить это все дело, а потом уже писать в комментарии. А до этого без проверки не пишите. Если вам понравилось мое видео, обязательно поддержите его лайком, подпиской на канал и нажимайте на колокольчик, чтобы оставаться в курсе всех новых видео, которые выходят практически каждый день. Всем пока!